17 февраля состоялось заседание Общественного совета по этике и нравственности при законодательном собрании края. На нем рассматривался вопрос о новых формах воздействия на подрастающее поколение в медиапространстве. Обсуждение прошло в форме дискуссии, тон в котором задал председатель совета, первый вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко. Есть Божий суд на перстнике разврата. Он ждет, и доступен звон злата. И мысли, дела он знает наперед. В ходе беседы неоднократно поднимались вопросы регулирования и взаимодействия не только со средствами массовой информации, но и с медиапространством, которое сейчас активно формирует интернет. Для формирующейся личности ребенка, подростка нет мелочей. Воспитывать все, что окружает, это те люди, которые окружают ребенка в семье. Давайте немножечко посмотрим на механизм. На заседании также присутствовал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов. Не самое лучшее. Но мне хотелось бы все-таки коснуться направлений нашей деятельности. Я поэтому обращу ваше внимание на самое главное. Мы с вами знаем, что казах без веры не казах. Хорошее наш кубанский хор поет и напоминает об этом всем. Но я дополню, или, может быть, расширю. Человек без веры не человек. По итогам обсуждения было принято решение, в котором Министерство образования, науки и молодежной политики края, Департаменту информационной политики региона и Совету молодых депутатов Кубани было рекомендовано активно включиться в работу по противодействию распространению информации, причиняющей вред духовно-нравственному развитию подрастающего поколения. Мы опустошаем наше будущее, душу наших детей. Получили поддержку такие образовательные проекты, как «Час духовности» и «Культурные нормативы школьника». Также на собрании было принято решение широкого освещения в СМИ конкурса роликов «Жизнь как ценность», в котором подрастающее поколение может творчески подойти к осмыслению жизненных ценностей. И так как в нынешнем году мы отмечаем 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне, советом было рекомендовано организовывать культурно-образовательные поездки для педагогов и учащихся по местам боевой славы и по святым местам полуострова Крым. Целый, кто за это предложение в целом, прошу голосовать, прошу пустить, руки воздержаться, принимается единогласно.